Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня уже четвертое видео, которое я загружаю для вас. Надеюсь, что успею, потому что я села снимать в 7. Надеюсь, что до вечера успею, потому что вечером видео загружать нереально сложно из-за того, что все загружают, как бы сервер перенагружен, так скажем, поэтому это делать не так уж и легко. У нас с вами сегодня бокал вина. А все почему? Потому что я закончила курс наконец-то Ракутаном. Все, мы с вами свободны. Надеюсь, что к этой проблеме я уже никогда в жизни не вернусь. Я уже хотела отметить, что один из пунктов плана на 2021 год, один пункт у нас с вами уже получился. Так что радуемся жизни. Вот сегодня у нас с вами мидии. Одна порция, это всего, оказывается, 3 штуки. Я взяла 3 порции. Я обожаю мидии. Я попробовала в первый раз и осталась в восторге. Мне кажется, с вином вечером с вами это нечто. Давайте приступим. У нас здесь лимончики. Так, вот это зеленые крышечки, они такие большие. И давайте приступим. Ребята мои, это очень вкусно. Это прям вкуснее всего, что я пробовала. Пытались с мамой в тот день найти в супермаркетах мидии, чтобы приготовить сами. Не нашли абсолютно нигде. Кто живет в Азербайджане, возможно, бы знаете, где купить именно такие крупные мидии. Я видела там с перемешку с разными морепродуктами мелкие мидии, а крупные так и не нашли. Я уже подготовила вопросы, все вопросы беру из Инстаграма, так что обязательно подписывайтесь. Айка, у меня такая история. Моя подруга взяла у меня 10 тысяч рублей и сказала, что вернет через неделю. И мне эти деньги потом нужны были, но прошел месяц, и она так и не вернула деньги, я стесняюсь что-либо сказать. Вы знаете, это очень большая ошибка. Если вы стесняетесь говорить про деньги, которые вы дали. То есть у многих я замечаю, что люди стесняются сказать. Я считаю, что здесь нечего стесняться. Наоборот, нужно напоминать. И вообще, вы знаете, вот эта вот долг тема очень часто портит отношения друзей. Казалось бы, что здесь такого? Но почему-то людям потом не нравится, когда обратно у них хотят эти деньги. Поэтому, если вы хотите сохранить дружбу, я бы не советовала давать в долг. Хотя я сама тоже такой человек, я не могу отказать. У меня однажды была ситуация, мой стоматолог захотел у меня деньги в долг. Очень странная ситуация была. Тем более я этого человека не знала. То есть, ну как не знал, я несколько раз ходила к нему лечить зубы, но я как бы с ним годами не дружила. Там в процессе того, как он мне лечил зубы, он там беседовал, рассказывал что-то о своей жизни. Я, конечно, это все понимаю. Но я ему культурно отказала. И вы знаете, он даже не обиделся на меня, прекрасно воспринял это. Для меня было немного удивительно. Я бы лично у незнакомого человека деньги бы попросила бы в последнюю очередь. Но он предпочел именно у меня попросить деньги. Не знаю, похож был на честного человека, но вы знаете, я девушка, он парень. Он мог бы попросить эти деньги, не знаю, у кого угодно, у друга, у родственника, но никак у клиентки, которая приходит к нему в третий раз. Это как бы очень глупо на самом деле. Вот я даже выставляла это, ему рекламу бесплатно абсолютно. Вот. Это было 2 года назад. У меня еще не так много подписчиков было. В Инстаграме я выкладывала, вот кто помнит.
не то, что у меня нету, я не стала врать, я просто сказала, что я незнакомым людям из близкого окружения только людям даю в долг. Потому что потом, к примеру, он мне не отдаст эти деньги. Я буду ходить, это выпрашивать у него. Ну нафига мне это надо? Сами посудите. Я вообще в этом плане очень мягкий человек, и мне очень сложно отказать. Потом очень сложно просить кого-то, что отдай мне мои деньги. Но в моей жизни, девчонки, был случай, когда 300 манат, это где-то $210, я дала своей подруге, и потом целый этот был канитель. В конце мы даже перестали с ней общаться из-за этого. В общем, там была целая история, я вам рассказывала об этом. Поэтому, так что, мне кажется, здесь ничего такого нету. Попроси свои деньги обратно, скажи, что у тебя тоже такая ситуация, тебе тоже деньги нужны. Если она настоящий друг, она обязательно тебя поймет. Ну вот история со стоматологом, это вообще, как я познакомилась с этим стоматологом. У меня был коллега по работе, мы с ним нормально общались, у меня что-то заболел зуб, и он мне сказал, что я знаю хорошего стоматолога. Он как раз, говорит, мой друг детства. И вот мне было интересно, почему этот стоматолог не попросит деньги у друга своего детства, а просит у меня. Я ему сказала об этом. Я говорю, ты же можешь у него попросить деньги. И он мне это обосновал так, что если я возьму у него, он у меня обратно не возьмет, он такой гордый и так далее, а тебе я смогу спокойно вернуть. Я так посмотрела на него и просто хотела сказать, у меня на лбу написано «лохушка». То есть это было очень так неправдоподобно, если честно. Зная своего коллегу, он бы стопудово что взял, точнее, что дал, обязательно возьмет назад. И это еще, знаете, какая тема? В общем, мне мой коллега сказал, что вот как раз мой друг детства занимается вот стоматологией, он тебе там дешево сделает и все такое. Очень качественно, хорошо и дешево. В конце я ему сказала, что мне работа не понравилась. Точнее, даже закончил работу его отец, у которого такой хороший опыт в этом деле. Мне не понравилось, как он сделал. То есть сразу видно было пломбу. То есть только что мне поставили пломбу, и пломба какая-то желтая по сравнению с моим зубом. И он сказал, ой, извини, отец, что я могу сказать. И получается, я заплатила так же, как я могла заплатить и в другом месте, но зато я осталась бы довольна. Поэтому вот такое, знаете, даже сотрудничество мне как-то не очень. Когда знакомые, все равно ты не можешь в полной мере требовать, что что-то тебе не нравится, там еще что-то, тебе как-то неудобно. Я, конечно же, в следующий раз принесла деньги, дала, ничего не стала говорить. Но единственное, я сказала, что я недовольна работой. Он перевел это в шутку, что типа нормально, у меня там папа с опытом работы, что я сейчас бате скажу, что не нравится клиентке. Но вообще-то я не бесплатно, я как бы не как модель пришла, извиняюсь, да. Я плачу за эту процедуру. В общем, вот такой вот не очень приятный опыт у меня был в жизни. Так что, касательно вопроса, обязательно, конечно, в мягкой форме, чтобы не поругаться с подругой, объясни, что эти деньги тебе тоже очень нужны. И стесняться этого абсолютно не стоит. Это твои деньги, ты имеешь право их захотеть обратно. Я могу дать в долг, но только тем людям, в которых я действительно уверена. Например, Шелли. Она такой пунктуальный человек в этом плане. Например, ты ей дашь сколько-то денег, она тебе скажет, что я тебе через месяц отдам.
ровно месяц проходит, она тебе отдает до копейки эти деньги. То есть в плане денег у Шелли нету такого, что кинуть кого-то, еще что-то. Она любит точность. Шелли в долг я могу дать, не знаю, и 200 тысяч рублей. Я настолько уверена в этом человеке. Но когда ты сомневаешься, лучше не делать. Вот как у меня со стоматологом произошло. Я ничуть не жалею, что я не дала в долг. У меня еще в универе была такая ситуация. У нас была девочка. Она всегда собирала на дни рождения. В общем, на первом курсе мы все скидывали, что у кого-то день рождения, шли и покупали очень дорогой какой-то аромат. Это было только на первом курсе, потому что со второго все начали говорить: ой, нахрена мне это надо, мне не дарите и не скидывайтесь. А скидывались немало, по 500 рублей скидывались. Ну, в общем, не суть. Мне тогда аромат Нины Ричи подарили и еще лосьон для тела. То есть подарки тоже были такие стоящие. Но в любом случае. Все скидывались, все нормально. Девчонка одна. Не совсем из нашей группы. Она сказала, что мне дай за меня, я тебе потом на днях верну. Я сказала, окей, мне как раз с собой было. Я дала за нее и за себя. И потом, вы знаете, эти деньги я через 8 месяцев обратно получила. То она забывала, то я стеснялась ей напомнить. Вот поэтому как бы нужно делать выводы. Миди закончились. Они были нереально вкусными, честно. Эти 9 штук просто улетели. Надо было заказывать больше, надо было взять 6 порций. Но я, если честно, думала, что в порции побольше будет. Ну, ничего страшного, было очень вкусно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую.